Ребят, всем привет! С вами снова Дукит, канал World of Games. И сегодня я вам расскажу, где найти броню ветерана Рейнджер. Рейнджер-ветеран, извиняюсь, ребят. Данная броня находится у нас в часовеньке, вот здесь вот. Вот часовенька. Сейчас я вам покажу на карте, где это примерно, для тех, кто не знает. Ребят, находится она у нас вот чуть ниже Санкчуари. Чуть ниже Санкчуария, это вот, грубо говоря, вам придется немножечко прогуляться вот вниз сюда. Вот, вот она находится у нас, вот, ребят, примерно вот здесь вот. Вот. Ну, тут я думаю, что как вам сказать, недалеко, ребят. Так, ну давайте посмотрим. В принципе, она даже не спрятана, она лежит. Лежит и ждет вас. Так, сейчас зайдем и я вам покажу. А, да, хотел сказать, кстати, ребят, данный мод актуален для стандартной версии Steam, то есть лицензии, потому что, как вы знаете, многие моды не устанавливаются, потому что требуют каких-то дополнений. Данный мод, то есть, можно установить на стандартном издании и спокойненько, вот, ребят, его взять. Вот, смотрите, мы здесь взяли эту маску у нас, вот шлем, ребят, вот у нас, ребят, часовня, вот чувак лежит, забираем, сейчас мы перейдем, и, блин, у меня перегруз, ребят, сейчас мы вот это выкинем. Кстати, здесь также я еще пока не открывал, есть федеральный продовольственный склад, где-то много консервов, шоколадок, наверное. Так, ребят, ну что ж, давайте примерим. Блин, куда же нам, чтобы не выкидывать, жалко, конечно, выкидывать броню. Сложить наш. Ну ладно, мы, в принципе, ролик не про это, ладно. Одежда, ребят. Маска. Так. Сейчас мы это выкинем, потому что, блин, тяжело ходить. Вот, ребят. Вот. Чувачок, вот. Вот. Единственное, что, ребят, я играю на лицензии, то есть у меня не пиратка, лицензии, поэтому у меня некоторые моды я не могу активировать, потому что у меня нет дополнений. Данный мод, он не требует, ребят, дополнений, поэтому можете скачать легко и, короче, установить. Ребят, ну что ж, кому это помогло, кому этот ролик понравился, ставим лайки, подписываемся на канал обязательно. С вами был Дукит, канал World of Games. Ребят, всем пока и до новых встреч.